Здравствуйте, дамы и господа, любители ножей, зрители нашего канала. Сегодня я не буду вас сильно задерживать, сделаю короткий обзор наших новых моделей топориков. Про один топорик его здесь нет, я уже говорил, это рыбацкий. Мы его несколько раз показывали. Вот. Следующий топор, очень который мне понравился, это вот, наверное, самый дорогой из этих из всех, это лесник. То есть вот эта узкая часть. Это топоры, обращаю внимание, полуручной работы, сделанные на основе фабричного топора. Здесь вот, допустим, горновой сваркой, как вы видите, вварен кусок дамаска. Это вот топор-лесник. Проникающее для валки дерево. Удобный, хороший, прорубается такой прорубистый топор. Это раз. Значит, вот это тоже достаточно мощный. Здесь дамасской вставки нет. Они будут и с дамасской вставкой, и с дамаской они тоже будут где-то червонец стоить. А сейчас он 6000 рублей. То есть здесь он перекованный и перекаленный. Оттянутый, перекаленный, отшлифованный и топорище из ясеня. Модель Ермак. Ну, такой тоже хороший. То есть, видите, форма лишняя срезана, рабочая часть такая. Ну, даже как плотницкий топор пойдет, в принципе. Это два. Значит, вот топор. Это большой промысловый. Вот. Большой промысловый. Для чего? То есть это рассчитан для ночевок в тайге, для валки дерева, для каких-то даже работ по дереву. Как тесло его можно использовать. Рабочая часть такая хорошая. Не тяжелый. То есть лишнее все выброшено. Легкий. С собой брать для ночевок. Если человек занимается, например, заготовкой пушнины, нужно свалить дерево. Там, если собли или куница в дупле, то есть нужно его как-то достать, то для валки он тоже пойдет. В то же время он небольшой. Здесь тоже идет перековка и перекалка. С дамаском, наверное, такой модели не будет. Здесь потому что уже очень большая сложность, широкая рабочая часть наварить дамаск. Вот модель промысловый малый. Это топор охотника, который занимается пушниной, в основном околоводной пушниной, то есть бобр, норка, ондатра, какие-то потаски небольшие свалить, ну и в принципе небольшие деревца, костер развести, обсушиться, если где-то в полынью провалился. Ну вот, потаски вырубить, если капкан ставишь на волка, на лесу, легкий, с собой унесешь, не тяжелый топор. Тоже вручную оттянутый, основа магазинная, цена пятерка. Так, это вот модель походный. Ну, это такая форма топора, такая она вот, ручки с выпендрежем немножко. Ну, это такая, она вызывает, в общем, такую ностальгию в детстве. Ну, многие, наверное, знают. Многие сельские мальчишки ходили в лес, в походы, жгли костры. Ну, скажем так, достаточно весело проводили время, находили в этом что-то. Раньше в Советском Союзе ношение ножа это было на уровне, как если бы сейчас человек
носил автомат Калашникова свободно по улице. В принципе, это одно и то же. Вот, поэтому о ножах, кроме перочинных, мы тогда, советские подростки, даже и не мечтали. А вот топорик подобного класса был такой гордостью. Были еще такие металлические, с резиновыми ручками, топорики интересные. Вот. Данный топорик порядка 8000 рублей, потому что здесь Дамаск. Наварка Дамаск, он поэтому дорогой. Вот. Название походный. Все это полуручная работа. Вот это топор рыбацкий большой. То есть тот совсем маленький рыбацкий первый, а это тоже рыбацкий, но побольше. То есть им уже можно что-то нарубить. Так, ну чуть посерьезней. То есть, скажем так, рыбацкий большой, тот рыбацкий малый. Вот такая вот моделька, тоже полуручная, на основе магазина у топора, оттянутый, перекованный. Ну и вот я его назвал топорик садовый. Это такой небольшой, легкий, что-то порубить, какие-то деревца срубить, лишние там кустики подрубить. Вот. Цена до 5000 рублей. Полуручная работа. Вот такие вот новые модели топоров. Несомненно, топоры ручной работы, они более интересные, но про них я рассказывал раньше. Отличаются они ПРОУшные, мы их также производим, но там ценник, сами понимаете, там от 15 до 23, за счет того, что они сложнее в изготовлении. Поэтому мы сейчас решили вот заняться более бюджетными топорами. Поэтому заходите, приобретайте, и вам понравится. Всего доброго, до свидания.